Три Христа, сессия первая. Я прибыл в государственную больницу Ипсиланти летом 59-го. Я отказался от преподавания ради исследования пациентов с бредовыми идеями. Я очень хочу помочь вам, Джозеф. Прошу, называйте меня настоящим именем. Иисус Христос, Сын Божий. На основе реальных событий. У меня три пациента, считающих себя Христом. И громкого психологического исследования. У Господа только один сын. В этом и суть. Зови меня именем праведным, Господь мой. Я хочу свести их друг с другом и изучить их поведение. И что они сделают? Понятия не имею. Мы проводим эти собрания, потому что Иисус может быть только один. Только один Господь. Один Господь и два самозванца. Я вытрясаю все ваше неверие и все ваши попытки меня попрать. Миллиард людей не может верить в пустышку. Наш отец поручил юнцу мужскую работу. Хватит. Замолчи! Алан, будь осторожен. Возможно ли проникнуть разумом в чужой бред? Есть пределы, которые нельзя перейти. Ты делаешь очень важное дело. Сам решай, перевешивает ли польза очевидные риски. Господа, эти собрания вы будете вести по очереди. Давайте проголосуем. Я предлагаю Джозефа. Кто за? Единогласно. Ричард Гир, Питер Динклейдж, Брэдли Уитфорд, Уолтон Гоггинс, Джулиана Маргулис. Почему именно параноидные шизофреники? Они одиноки. Милостью Иисуса Христа. Ты спасен. Дружба. Радость. Надежда. Смогу ли я помочь этим людям снова найти себя? Три Христа.